одна музыка у нас под кожей. Все равно, что мы не похожи. Одна музыка у нас под кожей. Верните в моду любовь, пожалуйста, люди, любовь. Бригада, там акцент. Начинается большой концерт. Теперь заживем. По внутреннему распорядку. В одной шеренге ходить будем. Ну, окаянная. Хозяин расстроится, сильно расстроится. Я нарисую для него сердечко, чтобы он знал, что я его люблю и обрадовался. Расскажи, сколько человек тебя смотрит в Инстаграме? Сколько у тебя подписчиков-то? У меня 13.5. Наверное, ты забыла ключевое слово. 13.5. Ты? Вся? Нет, 13.5 и все. Все, хорошо. Скажи мне, а в твоей семье много национальностей? Одна. Какая? Наша. Спокойствие, только спокойствие. А что здесь случилось? Да пустяки, дело-то житейское. Какая-нибудь пассия есть в детском саду? Пассия – это что? Ну, подружка. А, она в розыске. Из пружинок и картинок, из стекляшек и промокашек сделаны наши мальчишки. Ля-л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 я. Ах так, ах ты вот как! Ах, вот и как с другом, да? Вот и как с другом. Ну, знаешь, я для него жизни не жалею, а он... Нет, нет. Для тех, кто не ест на ночь. Ну и зря, очень даже вкусно. Есть в моей жизни кот. Он поселился в моей квартире и здесь очень нагло живет. Но мне не надо друзей, но мне не надо подруг. Старый телек цветной, мой единственный друг. Город опустил, все сердца в эфире. Мы с тобой вдвоем, заперты. Может, ранено город отправить? Ой, какое кино, да? Еще. Трогательно очень, волнуешься. Смотри, какая красота. Ей невозможно наглядеться. Если спросят меня, где взяла я такого мальчишку сладкого, я отвечу, что угнала, как чужую машину девятку я. Ты моя кровинка, ты моя слезинка, нежная такая. Держи пять. Здравствуйте. А дома никого нет. До свидания. Дяденька, да, я вам. Купите мне там корма, пожалуйста. Пожалуйста. Пальчик сто мне сюда в окошко, да, вот сюда, пожалуйста. И мне непременно или смс отправь, если вдруг автоответь. Узнаешь? Ой-ой-ой. Узнаю. Щечки-то миленькие.